Всем привет с канала Комрад Майор, и сегодня новый видеоролик в теме, в плейлисте, которого очень давно не было и не пополнялось, это технопарк. Сегодня мы представляем, у нас обзор на набор плум, устройство для нагревания табака плюс стики. Это очередная, так скажем, вроде как даже новинка магазина «Красно-белое». Сразу надпись чуть ли не во весь экран: «Употребление табака вредит вашему здоровью. Сам не курю и вам не советую». Что касаемо этого набора. Были слухи там в ТикТоке, в Инстаграме, на Ютубе, что вот привезли их в КБ. И вот, допустим, он. Что включает в себя сам набор? Здесь вот стики, то есть массы по вкусу. И, значит... Импортер, изготовитель Женева, Швейцария. Вряд ли, конечно, за 800 рублей. Да, кстати, стоимость этого набора составляет 800 рублей. Хотя, учитывая то, что производитель берет за продажу стиков больше всего, вполне возможно, что и Швейцария. Ознакомиться обязательно с руководством, что включает в себя устройство для нагревания, стики, все составляющие набора предназначены для потребителей, никотиносодержащей продукции, телефон горячей линии и официальный сайт. 18+. Значит так, открываем. И что нас здесь встречает? Сразу же это само устройство. Довольно весомая такая коробочка, кстати, красивого медного цвета. Бронзовый даже, я бы сказал. Здесь картон для фиксации, чтобы не гремело при транспортировке. Здесь также, и больше ничего интересного нет. И 4 упаковки стиков по 20 штук. Различных вкусов. For Plum, именно для него. Fresh, Berry Fresh, Smooth и Rich. Прошу извинить за мой very stupid English. Уж стики мы открывать не будем. Я думаю, бесполезно смотреть на одинаковые белые палочки. Значит, пусть они у нас вот тут для красоты лежат. Вот, значит, устройство Plum. 20 сеансов без подзарядки. То есть упаковка на весь заряд хватает. Технология HeadFlow. Раскройте всю полноту вкуса без горения. Для использования со специальными стиками нагреваемого табака. Без запаха дыма, без пепла, удобен в использовании. Здесь идет техническая информация, зарядное устройство, палочка для очистки 7 штук, щеточка для очистки 1 штука. Специальные стики продаются отдельно. Модель S, устройство кабель, USB кабель типа S. C. Точнее, если быть. Значит, тут все то же самое, что и здесь. Начинаем открывать потихоньку нашим помятым модельным ножом. Я помню, кстати, на Ютубе было время, когда проверяли, оригинальный iPhone или нет, и оригинальный iPhone также плавно выходил из коробки. Значит так, вот само устройство. Вход, где там виднеются медные контакты. Индикатор, как... Так, это клавиша. И, соответственно, вверху клавиши расположен индикатор. Зарядное устройство Type-C, модель S, 5 вольт при 1,5 амперах. Дальше что у нас идет? Фиксатор. Так, это я прошу извините, это кошка мешает творческому процессу. Дальше здесь прям как шилка. Здесь прям как в телефоне содержится вся информация, краткая инструкция по быстрому запуску и устройство для нагревания, руководство пользователя. В двух томах даже.
Далее у нас идет зарядное устройство, вилка под USB 2.0. Дальше у нас идет упаковка. Это не все открывается вот здесь. А, как раз таки это устройство для чистки. Да. Да, все верно. Это устройство для чистки, где фиксируются и сами вот эти палочки для чистки. И последнее содержимое. Так, здесь все. Последнее содержимое данной коробки, данного набора, это USB кабель на одной стороне 2.0, с другой стороны Type-C. Значит, вот это вот инструкции, палочки, устройство для чистки, стики, 4 упаковки и само устройство мы получаем за 790 рублей в магазине «Красное-белое». Те, кто курит стики, знают особенность курения, употребления данного вида табака. И явно сейчас очень много людей переходят с обычных сигарет на бездымное курение. За счет того, что можно быстро это все потушить, не оставляет запаха, что особенно актуально для людей, у которых не в курсе их близкие, что они курят. И тем самым таким людям порекомендовать я это могу. Опять-таки, употребление табака вредит здоровью, а канцероген порождает рак. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки либо дизлайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Всегда ответим, обратную связь держим всегда. С вами был Камрад Майор. Всем пока.